Почти 1500 материалов рассмотрела комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав в минувшем году. В основном они были связаны с административными правонарушениями. Также в 2018-м КДН активизировала работу по выявлению фактов вовлечения детей в распитие спиртных напитков. Комиссии по делам несовершеннолетних привлечено к административной ответственности по статье 6.10. Кодекса административных правонарушений Российской Федерации и вынесено наказание одному родителю и 21 против 8 иным взрослым лицам. В 2018 году в Одинцовском районе погибли 16 детей. 8 умерли из-за болезни. Еще один был убит своей матерью. 4 подростка травмированы на железной дороге, 3 смертельно. Совершено 5 суицидов. 1 незавершенный, 3 человека – выпадение из окна, 2 – повешения. 3 находились под воздействием психоактивных веществ. В предупреждении несчастных случаев большую роль играет раннее выявление семейного неблагополучия. Работа образовательных учреждений с учениками и их семьями не должна быть формальной. К такому выводу пришли участники совещания. Приоритеты в работе КДН в этом году останутся прежними. Индивидуальная работа с несовершеннолетними и их родителями, адресная помощь, профилактика различных преступлений и правонарушений, а также употребление детьми алкоголя и психоактивных веществ.